Türkiye'de hiç konuşulmayan bir... Правда о событиях 1915 года я узнал еще в 70-х. Я учился во Франции, и это позволило мне пользоваться объективными источниками информации. Если бы я поступил в университет в Турции, я, скорее всего, как и все мои соотечественники, стал бы жертвой официальной пропаганды. This is all about Rand. Mm-hmm. This is a special window that they made for Rand. Профессор Чингиз Актар, главный инициатор кампании, получившей название «Армяне, извините нас». Именно он предложил троим своим друзьям, доктору экономики Ахмеду Инселу, политологу Баскину Орану и журналисту Али Байрамоглу подготовить обращение к армянам со словами покаяния за содеянную турками резню 15 года. Это была моя идея, но если бы я тогда не предложил, чуть позже предложил бы кто-то другой. Заручившись поддержкой 300 представителей интеллигенции, мы решились наконец выложить наше заявление в интернете и призвать сограждан подписываться под ним. В прессе появились сведения о том, что Евросоюз и американские армяне за эту акцию вам заплатили немалые деньги. Должен признаться, наша акция действительно финансировалась, но не армянами и Евросоюзом, а 10 единомышленниками, турками. Я и 10 моих друзей положили на стол кто сколько смог. В итоге скопилось 300 евро, которые мы и заплатили за производство сайта. Вот, собственно, и все финансирование. Но звучащие обвинения просто абсурдны. Моя совесть не может примириться с тем, что великая катастрофа, которой подверглись армяне Османской империи в 1915 году, сталкивается с безразличием и отрицанием. Я не могу смириться с такой несправедливостью. Я сочувствую переживаниям и горю своих армянских братьев и сестер и прошу у них прощения, говорится в заявлении. Оно переведено на 9 языков. Еще до запуска сайта в интернете